О состоянии дел в организациях и предприятиях управления делами президента шла речь на встрече Александра Лукашенко с Виктором Шейманом. Он доложил, что по итогам первого квартала года сработали хорошо, в плюс вышли сельское хозяйство, промышленность, строительная отрасль и лесопереработка. Позитивная динамика есть и в туристической отрасли, так санаторий «Юность» вышел на показатели доковидного периода. И в целом санатории системы управделами демонстрируют неплохие результаты. Были рассмотрены перспективы дальнейшей работы и новые направления. На встрече обсудили также сотрудничество со странами Африки и Латинской Америки. С учетом складывающейся обстановки и усиления давления на Беларусь, поставлена задача активного выхода на новые направления работы в африканском, латиноамериканском и азиатском регионах.